Друзья, сейчас я вам расскажу, что мы делаем с молодой мелкой картошкой. Не каждый знает, что с нее делать. Ведь такая картошка настолько маленькая, что ее чистить в сыром виде, ну, просто неудобно. Мы с такой картошки просто варим ее в мундире. Как только она сварится, остынет, мы кожурочку тоненькую просто снимаем. Можно ножичком аккуратно, можно пальчиками, кто как чистит. Как только мы ее почистим, мы ее на сковородку и на горчичное масло. Обжариваем данную картошку, подсаливаем до золотистой корочки. И такое блюдо идет на ура. Дети просто обожают, и чипсов не нужно. И с сосиской, и с котлетками, и с салатом из помидоров. Просто замечательное блюдо, понравится не только детям, но и взрослым. Попробуйте, если кто не пробовал. Ну, нам нравится больше на горчичном масле. Также можно, конечно, это сделать и на подсолнечном, но скажу честно, на горчичном намного вкуснее. И с горчичным маслом мы кушаем даже салат из помидоров летний. Это очень вкусно. Попробуйте, если кто никогда не пробовал горчичное масло, может быть, не любители есть. Либо не знают, никогда не пробовали, то я советую вам попробовать. То же самое мы делаем и дома с обычной картошкой, когда отвариваем, просто чистим, варим. Отварная остается на следующий день, и мы ее, конечно, кушать в холодном виде не очень хочется. Мы также ее режем и также обжариваем. И просто замечательное блюдо, как летом, так и зимой. Попробуйте, вы будете в восторге.